Появление детей султанов и шехзаде ждали с большим нетерпением, ведь на их долю выпадало немало испытаний, такие как войны и болезни. Считалось, что чем больше детей, тем лучше, однако это не означало, что за деторождением не следили. Во дворце Топкапы было ограниченное количество комнат для детей правителя. То же самое можно сказать и о санджаках, куда султаны со временем отправляли своих детей. Когда возникала необходимость наследники султана, Валиде подбирала молодую девушку на хальвет, но не всегда это нравилось фаворитке или рабыне султана. Мы можем вспомнить Хюррем султан, она перестала рожать после Джихангира, и историки считают, что женщина осознанно приняла такое решение. Это приводило к использованию различных приемов, позволяющих избежать беременность. О методах контрацепции в сериале вы уже знаете. Но что делать, если женщина была беременна, а ребенок был нежеланным? Выход из этой ситуации зависел от статуса будущей матери, была ли она обычной наложницей или султаншей. Приглашалась акушерка, которая делала аборт. Если девушка делала это тайно и ее ловили, то через несколько дней хатун бесцеремонно выгоняли из дворца. Тех, кто был послушным и трудолюбивым, отправляли служить в дальние страны. Тех, кто вел себя слишком непокорно, просто выбрасывали на улицу. Важно отметить, что не все девушки могли выдержать такую процедуру, а вот султанши почти всегда рожали. В крайних случаях они принимали травяные смеси, чтобы избежать беременности. Однако в истории известны случаи, когда соперники боролись за власть, причиняя друг другу вред. В еду и напитки подмешивали яд, который в зависимости от степени враждебности мог привести либо к выкидышу, либо к смерти матери и ее будущего ребенка. Чтобы отвлечь внимание, яд регулярно добавляли в небольших дозах. Это позволяло объяснить любое плохое самочувствие женщины, как следствие ее нежного состояния. К другим способам прерывания беременности относились физические травмы, падение с лестницы, в бане, драка с наложницей и так далее. Возможно также психологическое давление на султаншу путем запугивания или угроз. В самых крайних случаях возлюбленную падишаха похищали и убивали. К сожалению, забеременеть, даже если речь идет о султанше или шехзаде, не всегда было радостным и желанным событием. Средства контрацепции также не гарантировали успех, поэтому в таких случаях женщинам приходилось идти на отчаянные меры.